Всем привет, дорогие друзья, с вами Маракаси, вы смотрите передачу «Шикарные позиции», выпуск 47. Первое местоположение находится на карте «Тихий берег» в квадрате G0. Туда стоит ехать на быстром небольшом танке, желательно с крепкой башней, и тут вы сможете спрятаться вот за этой горочкой. Также вы сможете наносить урон по противникам, когда они отвлечены, или когда вы уверены, что сможете вытанковать башни. Стоит отметить, что скорее всего тут может доставать арта, несмотря на то, что есть горочка, но наверняка она не всегда спасает. Также противники могут пойти в атаку, и тогда без помощи союзников не обойтись, потому что враги могут просто задавить числом. И смотрите, прежде чем сюда ехать, куда разъезжаются союзники, чтобы они тоже занимали этот фланг. В целом позиция неплохая. Следующая точка находится на карте LifeFox в квадрате E6. Туда стоит ехать или на среднем танке, или на ПТСАУ с хорошей маскировкой и обзором. И место немного рискованное, главное до него доехать. И желательно по дороге не стрелять, пока в кусты, по крайней мере, не встанете. Но данный игрок, кстати, сделал пару выстрелов и даже не засветился. И вот как раз эта позиция, как вы можете видеть, тут есть несколько кустов, которые закрывают обзор противникам и не дают вас засветить. В итоге вы можете стрелять отсюда и даже не будете светиться. Также можно отсюда подсвечивать, если у вас есть рога, но правда не очень эффективно, но все же. В целом шикарная позиция для танков с отличной маскировкой. Если вы любите рисковать и хотите попробовать какую-то необычную тактику, то это место действительно для вас. Далее идет еще одно любопытное местоположение на карте Прохоровка в квадрате F7. Туда стоит ехать на шустрых ПТСАУ с потрясающей маскировкой или на легком танке. И отсюда вы сможете подсвечивать противников, которые едут на гору. Также можно открыть по ним огонь, но вы должны быть уверены, что вас не засветят. Правда, стоит отметить, что в большинстве случаев Е25 и другие машины с хорошей маскировкой будет крайне сложно тут засветить. Особенно если вы находитесь в топе. И вы сможете спокойно расстреливать врагов отсюда, и они вас даже не увидят. Это место отлично подходит для тех, кто любит не только подамажить, но еще и посветить. Но если вдруг противники поедут в город, то, конечно, они вас увидят. Хотя тут много всяких домов, за которые вы сможете спрятаться, если что. Ну и в целом очень интересная точка, которая лично мне понравилась. Затем у нас идет еще одна замечательная позиция на карте Redshare в квадрате B8. Туда стоит ехать на ПТСАУ с отличной маскировкой. И тут нужно обязательно повалить дерево вперед в сторону противников и отъехать от него на 15 метров. Это позволит вам стрелять и наносить урон по врагам и даже не светиться. В целом очень интересная тактика, которая наверняка понравится тем, кто любит дамажить. Это направление очень часто атакует вражеские танки, и поэтому всегда есть по кому пострелять. Главное, чтобы ваши союзники грамотно сдерживали недругов, и тогда вы сможете долго наносить отсюда урон. В целом место отличное, к тому же если вдруг вас все-таки засветят, то можно быстро спрятаться за горочку. И последнее место в этом выпуске находится на карте Руинберг в квадрате Е3. Туда стоит ехать взводом из тяжелых танков с крепкими бортами. И тактика, конечно, очень рискованная, вас даже могут разобрать по дороге, если вообще уж не повезет. Но зато, если вы доедете, то сможете отлично танковать бортами и будете агрить на себя врагов. Самые такие нескиллованные противники будут вот так вот выезжать бортами на вас, и, конечно, вы будете с легкостью их пробивать. Главная опасность тут исходит от врагов, которые могут заехать по МКАДу, тогда они смогут легко пробивать вас в корму. Поэтому смотрите, чтобы у вас было прикрытие сзади,
И на этом все, друзья. Спасибо огромное, что вы смотрели. Надеюсь, данное видео вам понравилось. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Также не забывайте присылать интересные реплеи. Спасибо за просмотр. Удачного вам дня. До скорых встреч, друзья. Пока.